А вот Чебоксары отметят День города в ближайшие выходные. Сейчас идет активная подготовка. Жителей и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Среди них мероприятия, которые уже стали традиционными, и те, которые пройдут впервые. Как и где можно отдохнуть в эти праздничные дни, узнаем из следующего материала. У чебоксарских школьников появилась уникальная возможность узнать об одной из самых крылатых профессий – профессии летчика. В этот четверг и пятницу в Чебоксарском аэроклубе пройдет фестиваль патриотов, где ребята научатся укладывать парашюты, посмотрят на боевые истребители и зададут вопросы пилотам группы «Стрижи». Места для романтических прогулок стало больше. В парке 500-летия Чебоксар появилась лестница влюбленных. Торжественное открытие нового комплекса состоится в пятницу 14 августа. Также в этот день откроется новый детский сад в северо-западном районе Чебоксар и новая спортивная площадка. Для любителей активного отдыха на стадионе «Спартак» состоится кубок дружбы. А на левобережном пляже будет проходить фестиваль пляжных видов спорта. Подняться в небо на воздушном шаре, увидеть самые необычные детские коляски, прогуляться по Творческому бульвару можно будет в эти выходные. Чебоксарцев ожидает яркая и насыщенная программа. По традиции основные мероприятия пройдут на Красной площади. В этом году сюрпризом для горожан станет выступление группы «Звери». Завершатся массовые гуляния праздничным фейерверком.